Областная столица богата талантливой молодежью. Ребята танцуют и поют, создают одежду, занимаются народными промыслами, ведут здоровый образ жизни. И все достижения молодежи в их праздник 27 июня были представлены на масштабном фестивале «Город молодых талантов» на Вологде-реке. 11 творческих площадок расположились вдоль Пречистенской набережной от памятника первому электрическому фонарю в сторону Лермонтова. Здесь вологжане могли научиться расписывать пряники или играть на африканских барабанах джембе, воспользоваться услугами визажиста и парикмахера от разных студий красоты, попробовать вкуснейший холодный коктейль на основе вологодских ягод и молока. Лакомились гости праздника и необычными сладостями. У меня это молочные сладости ручной работы из вологодского масла, молока, сметаны, сливок. Всего 12 видов, все сделаны по-разному, у всех разные вкусы. Карамельные, они на основе сливок, немножко с розмарином, у них хиловое послевкусие. Такие вот на основе сметаны уваренной, с абрикосовой прослойкой. В городе молодых талантов жители Вологды разных возрастов нашли себе занятия по душе и не скрывали позитива. Интересно, мы в восторге, уже попробовали, плели. Смотрите, что мы плели. Вот, плели коврик. Очень-очень взяли дома, будем доплетать. Очень нам понравилось. Но мне понравились там не барабаны, не помню, как называется, что музыка и то, что везде можно поучаствовать. А вообще такой праздник вот в честь молодежи нужен? Конечно, нужен. Ну, во-первых, это на улице происходит, это можно выбраться из дома. Фестиваль призван показать, что молодые люди в Вологде увлекаются совершенно разными направлениями творчества. Кто-то рисует, кто-то увлекается танцем, кто-то шутит в КВН, и каждый из них в чем-то успешен. Это на самом деле здорово. Гостями фестиваля стали и первые лица области и города. Олег Кувшинников и Сергей Воропанов посетили все творческие площадки. На некоторых даже попробовали поучаствовать сами. Дорогая молодежь, вы самая лучшая. В нашем городе почти 70 тысяч молодых людей. Позитивных, креативных. Вы самая лучшая. Вы наше будущее. И я вас сегодня поздравляю. Вся Вологда равняется на молодежь. Глава региона вручил дипломы о высшем образовании более 1000 студентам ВГУ. 207 молодых людей закончили вуз с отличием и получили красные дипломы. Поздравил ребят Олег Кувшинников. Сегодня вы вольетесь в ряды предприятий, организаций, социальной сферы, станете работать на благо Вологодской области и всей страны. Выпускники вуза работают на многих предприятиях нашего региона. Только в правительстве Вологодской области более 50% – это выпускники нашего старейшего университета. Я приглашаю вас в свою команду. Я приглашаю вас работать на благо нашей малой родины. Отдельной частью праздника было музыкальное сопровождение. Неожиданной площадкой стал понтонный плот, где своим творчеством с вологжанами поделились молодые музыканты из рок-групп. А главным гостем праздника стал известный российский певец Паскаль. На сцене он совместно с группой «Ветра» исполнил песню «Город», а также всеми любимые хиты. За тобой по пятам бежит тоска. Ты идешь тропой своих слез, только шелковое сердце, не бывает и не болит. Екатерина Постникова, Игорь Алюшин, Вологда РФ.